Точно не знаю, что случилось, но поскольку ты отрабатываешь с тобой, президент сказала сделать вид, что ничего не было. Я вице-президент Юкимура. Погоди, Кана-кун! Кана-кун! Кана-кун, помоги коробки перетащить! Президент, это можно туточки расположить? Переносите в кабинет химии. Сейчас она не может быть у столовой. Значит, я могу гипнотизировать. И каким макаром она тут? Она теневых клонов использует. Только одного, вроде. Чего это?